Осмотревшись по сторонам и убедившись, что рядом нет прохожих, неизвестный заходит в дом вслед за пенсионеркой. Вскоре из подъезда раздались крики. Похитив у пенсионерки 2000 рублей, мужчина скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками уголовного розыска и доставлен в отдел полиции поселка Солнечный. Он зашел в подъезд, вытащил общий кошелек, убежал. Мимо шел просто. Угу. Ранее привлекались? Да. По каким статьям, когда? По 158. Вину свою признаете? Конечно, признаюсь. 32-летний подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Понести очередное наказание ему предстоит и вот за этот грабеж, совершенный за несколько часов до нападения на пенсионерку. Из магазина он скрылся с неоплаченной корзиной продуктов питания на сумму около 3000 рублей. Эллада Абжалимова, Андрей Багаев, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.